дальний поход отправился один из самых современных кораблей Балтийского флота, сторожевик Ярослав Мудрый, который вместе с военным танкером «Лена» взял курс на Атлантику. Там он присоединится к основной группировке кораблей, которую возглавляет флагман Северного флота, авианосец «Адмирал Кузнецов». Вместе они дойдут до Средиземного моря, где состоятся масштабные учения с применением палубной авиации. Поход, как ожидается, продлится до февраля. Совместно с Северным флотом, это адмирал флота Кузнецов, будем выполнять поставленные задачи, ну и отработка совместного плавания, одиночного плавания, так как не всегда мы отрабатываем совместные мероприятия, вот, довольно-таки сложные мероприятия. На Ярославе Мудром установлены современные образцы тактического оружия, среди них ракетный комплекс среднего и ближнего радиуса действия. На борту есть и вертолет К-27 с противолодочными торпедами и глубинными бомбами. Во время похода корабли Северного и Балтийского флотов планируют зайти в сирийский порт Тартус, где находится российская база техобслуживания. Warships patrolling the eastern Mediterranean have docked at Russia's naval supply facility at the Syrian port of Tartus. The governor of Tartus, Imad Nadav, received the ship's leaders and expressed appreciation for Russia's support of Syria. Many observers consider the move to be a show of Russia's support for Syrian President Bashar al-Assad. The Russian Navy, however, claimed the move was part of scheduled exercises and not related to the situation in Syria. The warships led by Admiral Kuznetsov, the country's only aircraft carrier, started patrolling the Northeast Atlantic and the Mediterranean Sea on December 6th.